Через Outland в портал. Быстрее будет. Каждый день дарован нам светом. А у нас три фурика получается. Отлично. Будут кикать. Кому сумму плюс чат пишите. У нас уже шкаф внутри. Ну да. Да. Это очень удобно, да. Ну да. Да, домина есть, пока мы трэш почистим. Ты уже второй раз бежишь в магазин. Ты там продавец, что ли? Можете этого голодовили еще суммонить. Нельзя применить. Понял. Гнусные, назойливые насекомые. Освободите меня, и я, быть может, дарую вам
легкую смерть. Да, поехали. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо ждать. Это заклинание еще не готово. Из Уехи можно уходить, кстати. Поехали направо. Не диспельте ничего.
пока расставляю меточки, можете там кому надо срочно отойти, на минутку отходить. Так, и мне 5 плюсов в расчет. А, да. Алло, так ушел у вас перерыв или что там? Перерыва нет. Я расставляю метки, рассказываю тактику. Все. А, нормально. Сейчас мне релогнуться надо. Ставьте шкаф, засумоньте вора. Он хоть сумонится. Вроде сумонится. Рыбку поставлю, сначала расскажу тактику. Пять плюсов еще раз поставьте. Ставлю рыбу. Кого нет? Так, 5 плюсов в рейд-чат. Кто будет стоять на кубах? У нас один куб есть, это фулкора, остальные кубы. Моя кровь станет вашей погибелью. Еще 2 плюса. Раздупляйтесь, 2 плюса еще. У нас есть маги, которые не дамажат. Сова, рога. Еще один плюс в звезду.
все, мощный курс, звезда. Так, теперь. Три фурика. Первый фурик, Абирама, запоминает трусы. Прям запомните цель. Второй фурик запоминает луну. Это Neverlife. Hardspace запоминает звезду. Запомнили. Порог. Гангазор запоминает трусы. Руголок запоминает луну. Муза запоминает звезду. Запомнили? Первый каз сбивает вар, второй каз сбивает рога. На каждом из этих кубов. Вроде понятно, да? Первый каст — это залп стрел, второй — это лечение тьмы. Что-то такое. Так, ромбик запоминает у нас Рикота и Зрафель. Два ДК. Рикота, Израфель, плюсики. Хорошо. Печеньку запоминает у нас два мага. Квин и Килджос. Плюсики, маги. Квин, Килджос. Да. Первый каз сбивает первый человек, которого я называл. Второй. Первый каст — это залп стрел тьмы. Второй каст — исцеление тьмой. Вам нужно запомнить своего моба, нажать на него, нажать правой кнопочкой, запомнить цель. И когда будет толпа мобов, выбрать его в цель, бить его и сбивать ему свой каст. Именно свой. Вроде несложно. Вары, все поняли? Поняли. Плюсики поставьте все вары. Хорошо. Роги все поняли? Плюсики поставьте. Хорошо. Муза понял. Он там не в Дисе. РЧ. Проверяю бафы. Надо дать пристабаф. Надо дать касочки. Обновить крест по ШП. И дать против ханту, да. По ШП крест. Рыба стоит. А уже не стоит. Рыба стояла все это время. Вон что, много без рыбы? Три. Обойдетесь. У нас Войд в хиле. А, мешок. Спекнись тоже в хила. Наверное. Ты в ШП будешь? Мешок, давай ты в хила спекнись. 4 хила, чтобы было хотя бы. А рыбка вон стоит, кстати, сзади. Поешьте, у кого закончилось. Мешок спекнулся в хила. Потом после убийства этих мопчиков сразу спекнешься обратно. И вон поешь, рыбка стоит. Сзади. Восполни ману. Кикеры, запомните свои цели, я вас умоляю, чтобы не было такого, что кто-то, ой, я потерял своего моба, ой, я не могу сбить ему свой каст. РЧ. Вар готов. Напуливайте фоукору. Поехали. Косты бьем, это важно. Даю армию.
Пало крутанитесь стан. Чертворцы еще живые. Доиграйте по ним. Павших резать. Еще голем один остался. Давайте быстрее. Долбой. Я даю ему срез. Забафайте сразу их. Подошли к кубам. Таргет в босса. И ждем каст. Каст. Все, отпускайте, отпускайте. Ретрус, бегай про хилях. Или ты уже в ДД? Понял. Шаманчик, сбегай про хилях. Трусы и печеньку. Доме нарез не рогу. Подошли к кубам после откидывания. Жажда крови. Каст. Нажми, звезда, ау. А что за долбоёб не нажал на куб? Интересно. Звезда. Печенька? У меня, когда было 4 луча, не было последнего луча и звезды. Я, может, что-то... Печенька не нажала, точно. Печенька, да? Окей. Ты смотри, когда заходят, у них, ну, дебафа. На печеньке нету дебафа. Бля, посмотри, на других кубах есть дебафы, на печеньке нету дебафа. Кто может заменить печеньку? Моя кровь станет вашей погибелью. Это заклинание еще не готово.
Люба вам поставит свои цели, которые вы кикали, опять запомнили в цель. Давай, Рога. Печенька, проблем не будет с этим? С лучом, с платформой. Ты нажмешь? Ты знаешь, что делать? Бля, я не пойму, а в чем прикол, блядь? При чем здесь печенька? Если, блядь, человек, который, блядь, анонсит, что печенька заслакала, в глаза ебется и не видит луч, блядь, в чем проблема? В смысле, это я говорю, что печенька заслакала. Не было дебафа. Ну, здорово, а луч откуда, блядь? Просто, блядь, из земли вылетел или как? Я спросил, получится ли все на кубе. Получится, все окей. Дай на меня куб, Дима, и не парься. Подстраховывай ты эту звезду. Понял? Хорошо. Я не вижу протобафов. Вообще ни одного. Продбафы раскидай, Тоха, пожалуйста. Мы ждем продбаф. Еще раз, те, кто кикают косты, выберите в цель своего моба, нажмите запомнить и кикайте свой каст. Потому что сейчас очень много не кикнуло. Арче. Канкуль. Руголок. Все готовы. Поехали. Палы, крутанитесь там. Изерфель, дай армию. Доиграйте в чаротворцев. Еще живые. Косты не кикают. Это охренеть просто. Еще чаротворец живой, в него доиграть, потом будете в големов играть. Не успеем. Ложитесь. Стоп ДПС, стоп хил. Умрите от инферналов. Прерывание.
Мак Килджос, один кик. Рога Гангазор, два кика. Я понимаю, все должны были кикнуть раза четыре, наверное. Зашли. Гангазор, у тебя не звезда, а твоя метка. Твоя метка... трусы. Луно кикает, Руголок, а Муза звезду. Рыбу поешьте, соберитесь. Ну я стараюсь по КД этот. У меня сейчас армия есть, я отдам ее сразу. Вообще не должно быть големов. Если все кикают, никаких големов не будет. Я не знаю, вчера собирал рейд, у меня вышло один голем. Один голем. Дайте лапу, крестобаф. Ребят, у вас паладинов 5 человек. У вас тауренов пол рейда, блядь. Расовые, чё не юзаете, они все косты сбивают, всем сразу. Крест по локу. Килджос, ты должен кикать. Исцеление тьмой. Может, вам еще раз напомнить порядок? Даже я его, сука, выучил. Торче. Заходим. Кто не поел, ваш вопрос. Рыба вон стоит. Вон она стоит даже. Они поели. Ханкуль. И кто-то там еще был. Забиваю. Арчей, погнали. Поехали. Это невозможно. Сбили косты.
Чаротворцы еще живы. У меня сбился тайминг, босс. Ну, если что, Берни. Ресните Лока за этот... Забафайте. Рогу прохильте, он сдохнет сейчас. Встали на кубы. Давайте Белл. Каст. Да, отпускайте. Отпускайте, отпускайте. Прохильте рок. Угу. После откидывания на платформы стали и ждем. Ступницу прохилить. Прохиль себя, прохиль. Встали на кубы. Ждем касту. Каст. Прохили отступницу себе. Все, отпускай, отпускай. Дома на зале и на киберхаске.
летали на кубы. Каст. Паладин просто рофлит. Не, ливнул лок. Рео, я больше хила спекать не буду, потому что это очень дорого ходит. А у тебя третий спек? Четвертый. Угу. Каждый спек, у меня эти штучки, которые вне города спек меняют, они очень дорогие. Я понял. Нет, там, которые моба по 25 голды, они в городе позволяют менять спек. А вот эти позволяют менять, ну, следующие. Менять спек вне города, в любом месте. В общем. Кому починиться надо? Поставлю мамонта. Сейчас ну, они знаю. Только донатные, либо за дейлик недельный. 7 штук дается. Ну, они бы стоили, наверное, по 150 голды для этой штуки. Да, выхожу. Все починились, кому надо. Сорок семь минут еще со шмотом. Да. До следующего КД будем здесь сидеть. Я еще кот хочет уйти. Кто хочет уйти? Кот. Да я его в рекаунте не вижу, в принципе. Я отойду на минутку. Это понятно. Да я не про него. Меньше друидов, больше шансов. Лучше, друг, иди отдохни в натуре. Зачем тебе это? Бля, это так работает? Не-не, он мне написал, что ему надо уходить. Да, я думал, может, с совой так проканает? Сова, это не усталый случай? Где я людей-то столько найду? Мы умираем не из-за дамаг. Мы умираем, да, из-за кубов. Вообще, да. Он мне в последний момент написал, что типа его ждут, надо уходить. Я такой, охренеть.
шкаф втыкните. Я пока добираю людей. В принципе, у нас ДПС хватит убить, что нет-то? Да, хватит. Ну, я хочу хотя бы еще... По ДПСу норм. У нас 3 хила, поэтому минус 2 ДПСера, это не важно. Тут вопрос хотя бы еще одного вот этого ДДшника, чтобы он был. Вроде хан заряжен. Не знаю. Вы думаете, что ваша жалкая мать... Хан тут. Так, у нас из кикеров же никто не ушел. 3 роги, 3 вар, 2 ДК, 2 маг. Все. Магик, вы кого кикаете? Печенку. Правильно. Шаманчик Ханкуль, на всякий случай возьми тоже печеньку в таргет, помогай, магов не всегда получается кикать. У них большой КД. Угу. Рыба стоит. Вам озвучить это надо? Поешьте. Да, 23 пока. Ну никто не пишет. Фиг знает. Нам хватит урона. А можно по никам всех, чтобы все сели быстро в урон? Never life нерв. Я беспокоюсь за него. Здоровье. Не кушаю. Чтобы голодный не остался. Ну, да. Блять, я бы уже с вами уже сварил бы... Два раза пельмени, блядь. Все, сидел, ждал. Я уже суп давно сварил. Так, а вар? Блядь, а у меня уже дети. Кто печеньку может пожать? Вместо вара. Ругола, отлично. Пожмешь тогда печеньку ты. Хан Лариона могу стать на какой-нибудь. Да нет, дамаж. Там Рога на кубе постоит. Иллидан, самодовольный глупец. Я сокрушу его, и запределье будет моим. Сейчас жду. Уже убили Груля? Да. Ну ладно. Все, все тут, все готовы. Поехали. Армию сдам. Еще чаротворцы остались. Косты надо кикать. Израфель, дай, пожалуйста, этот армию.
Нормально, успеем спокойно. Хардспейс еще резните? У нас три хила. Кого резали, кому умер, подойдите к ней. Ой, к коту, вот я вот за треугольничку стою. Отступницу дал. Стали на кубы. После кубов мощный кусь найдешь, тир, резнешь его. Каст. Каст. Да все. Что происходит? Понял. Сейчас выйду этот. Поставлю мамонт. Не мамонт. А, вот мамонт. Блин, я стараюсь поставить идеальный босс. То есть я его довожу, разворачиваю, подвожу. То есть дальше некуда его вести. Иначе он будет там уже хвостом на кубе. А, или ты о том, что он уже хвостом на кубе? Окей. Ставлю рыбку. Вы же понимаете, мы убьем босса, когда все нажмут кубы. Вот все разы, которые надо, все нажмут. Тогда босс умрет. Вот, у меня все показывает. Да. Моя кровь станет вашей погибелью. Да.
Ориона, ты вернешься? Новый ДБМ. Ой, господи, новый Big Brother. Поставьте шкаф. Ларион, ты в Дисе? Ты вернешься? Досмотрите еще Кроноса, Элизабет. Тир, тыкни там шкаф. ШПС умонится? Нормально? Ура! ДК должен самониться. ДК в Дисе? А я ему в личку раньше кинул. ДК в Дисе, который новый, Элизабет. Да нет, хочу, чтобы он куб пожал. А если не может, то я пожму. Твой маг, я пожму. Да нет, там войд на кубе нормально. Просто кому-то из танков лучше на куб стать. Все, Элизабет на кубе будет прекрасно. Элизабет на печеньке стоит. Я ему поставлю сейчас. Ты просто дамажишь, да? Так, ставлю рыбу. Все, давайте уже убивать. Уже надоело. У нас тут просто вайпы из-за того, что кубы не могут нажать кубы, поэтому это ответственная роль. Слезьте с рыбы, кто на ней стоит. Арчи. Все готовы. Поехали. Армию даю сразу. Thank you.
Играли по последним чаротворцам. Три штуки их еще. Все, только големы стали. Покрутите по ним стан, чтобы я не получал много. Все, Израфель, твоя печенька. Там стоишь возле нее и занимаешься тем, что надо. Ой, господи, Элизабет. Я уже это... Уже заговариваюсь. Так, нормально? По-моему, нормально. Подошли к кубам. Встали на платформу. Ждем. Вот это ты молодец, конечно. Каст, 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 сбейте. Молодцы. Да там раньше луч пустили. Захильте мешок и музу. Другого лога прохильте. Подошли к кубам. Сейчас будет откидывание. После него сразу на кубы встать и ждать, когда будет каст. Подошли. Каст. БЛ. Давайте БЛ сразу. Жажда крови. Шаман. Прохильте музу и мешок. Отпускайте тут кубы. Прохильте трусы, прохильте мешок шерсти. Подошли к кубам. Каст. Все, отпускайте.
подошли к кубам. Каст. Возу прохилить. У меня, кстати, сбилось каст звезды. Отлично. Нам варп по этот по анонс. Просто клацай за 20 секунд, чтобы они видели, что 20 секунд подходили. Подошли к кубам. После откидывания сразу на кубы и ждем. Каст. Хорошо. После каста сразу все под стены. Будет сейчас потолок. Вару тебя показывает? Отлично. Подходите уже к платформе. Кубы на платформу. Каст. Отпускать. Надо будет еще одни кубы нажать. Подошли, встали на платформу. Сумка. 20 ячеек. Экономия 130 колды. Мощный кусь. Забираю. Дальше. Голова. Два по 99. Переролите Ругулок из Старгром. Старгром 50, Ругулок 22. Второй этот. Поздравляю.
Старгром. Дальше. Ремешок Рольт. Кольчужный. Вообще не знаю, кому он нужен. Окей. Ручки бисовые. Бесейшие. Еще и два красных сокета. У тебя Т4. Может, ты уступишь Роги? Мешок. Я думаю, уступишь. У тебя Т4 все-таки. Так, я отдаю Роги. Дальше. Пузенти. Рольтик. Пожалуйста. Боже, пожалуйста, не кидайте больше. Все. Поздравляю. Блядь, спасибо, четвертый кусок просто.